Томат H34 желтый. Относится к группе полудетерминантов. Высота куста – около 1,5 метров. Созревание помидоров начинается через 110-120 дней от всходов. Кисти по 7-8 плодов, очень плотные и фантастически красивые. Урожай до 4 кг с куста. Плодоносит до заморозков. Сорт прост в культивации, приспособлен к меняющимся погодным условиям, хорошо переносит температурные перепады. Помидоры на кустах ровненькие, круглой формы с заостренным носиком, средняя масса 80-100 граммов. Окрашивание – желтое и фиолетово-синее. Мякоть крепенькая, во вкусе присутствуют приятные нотки сладости. Плоды применяют в салатах. Они также хороши в консервированном виде.